Оля средняя. Игорь старший, перешел уже в третий класс. Папа Гена, самая младшая Анюта. И мама Валя. Считайте, вся дружная семья Ермаковых в сборе. Живет эта семья в Коми АССР. Родители работают в совхозе Зеленецкой, основном свиноводческом хозяйстве республики. И служебные характеристики коммуниста Валентины Ермаковой. Отличается большой работоспособностью, добросовестно. Член комитета комсомола совхоза. Успешно совмещает основную работу с учебой в институте. За активную производственную и общественную работу недавно Валентине Ермаковой присуждена премия Ленинского комсомола.